Участник Александр Сергеевич Сосой. Приходите сюда. С этим прекрасным человеком меня познакомил Николай Лукоянов. Я еще буду сегодня говорить о Николае Лукоянове. Он мне много дал телефонов, хотя, конечно, я сама много гармониста знаю. И я хочу два слова сказать об Александре Сергеевиче. Он украинец, приехал к нам из Череповщины, да? А, из Черниговщины, извините. Дзержинск. Когда я его спросила, как вот так получилось, что он приехал жить с Украины, химический город, он сказал, что приехал к брату погостить, увидел красивую девушку Олю, влюбился, и вот так остался в Дзержинске. Его девушка Оля, наверное, здесь, да? Здесь она? Где-то прячется. Ну ладно, она за него болеет. Он вот ей уже помахал. Хорошо. Я хотела сказать, что он прекрасно поет, и в Дзержинске много таких вот талантов, которые как-то поют у себя дома, играют у себя дома, в компаниях, во дворах, а вот на сцену они как-то вот неохотно поднимаются. И вот часто талантливые люди не очень охотно поднимаются на сцену. Так, что вы нам сегодня исполните? Песня про солдата. Про солдата сразу, да, на русском, значит, да. Ну ладно. Так. Своего так
что ему пришлось бежать на чердак наверх, при этом захватить с собой лестницу, потому что если бы догнало, то было бы стыдно. Вот. И совет дает этот мужчина для всех, что не делайте так. Может, и вам, когда придется быть пьяным, то никогда так не делайте, не поступайте с Розприходжу я додому, трошки був п'яненький, та й до жінки з кулаками при собі дурненький. Чого кажу, губить мене, щоб усадніся, що до мене не говориш, не повернися. Я попав, жінка, де вище, та віком за мною, а не з хати на горище, віку помогу. Як тікав же я на гору, потягну крапину, о, якби була дона, ти не била спину. Може, і вам, коли прийдеться п'яному бувати, не займайте своїх жінок, краще лягай спати. Не займайте своїх жінок, краще лягай спати. Давайте попробуем, а вот вы думаете, мы с ними репетировали? Нет, ни разу. Ну, попробуйте. Я думаю, что вы ее знаете, что? Хотя бы... Да, хотя бы один. Чем ты не пришел, я не взял. Я тебе чекала, чи коня немає, чи стежку не знав, мати не пускала, чи коня немає, чи стежку не знав, мати не пускала.